Резкое изменение погоды и, как следствие, гололед по утрам и огромные лужи днем. В Ангарском округе дорожные службы работают в усиленном режиме. Из города необходимо вывести большие объемы снега. Параллельно возникла еще одна проблема – несанкционированные свалки. Сейчас в округе их 10. Кто и куда вывозит снег с городских дорог, разбирались наши корреспонденты. Прогнозы синоптиков сбылись, и на юге Иркутской области уже вторую неделю стоит плюсовая температура. В результате весь выпавший за зиму снег превращается в непроходимую кашу. Борьбу с ней в ежедневном режиме ведут дорожные службы. В работе задействованы погрузчики, грейдеры и самосвалы. Весь снег с улиц подрядные организации вывозят на специально отведенную под это территорию. В рамках муниципального контракта наша организация занимается зимним содержанием дорог в городе Ангарске. Мы складируем снег, вывозим на территорию нашего завода в первом промышленном массиве. Ежедневно у нас на участке порядка 8-9 самосвалов заняты вывозом снега. То есть весь снег этот вывозится сюда, сразу же гуртуется. То есть как бы это наша территория. Также в округе еженедельно ведутся рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок. Этой работой занимаются специалисты муниципального отдела экологии. С начала года они обнаружили уже более 10 таких мест. 4 из них завалены грязным снегом. По выявленной несанкционированной свалке мусора на сегодняшний день специалистами отдела ведутся работы по обнаружению и выявлению лиц, которые совершили эти правонарушения. После проведенных мероприятий и нахождения данного лица будут вынесены предостережения. Помочь найти виновных в загрязнении территории могут и жители округа. Для этого достаточно зафиксировать нарушение на фото или видеокамеру. На кадрах должно быть видно местоположение, а также марка и номер машины, из которой выгружается мусор или снег. В дальнейшем собранный материал необходимо отправить на электронную почту, указанную на экране. Наталья Хмелева, Роман Буйнов, Алексей Выборов. Местное время.